А это не Айбеге Хатун случайно пошла? А ведь и точно. Узнали о повелителе? Сейчас все выясним. Айбеге Хатун, все хорошо, надеюсь. Почему вы вернулись? Хранитель покоя в добром здравии, иншалла. Госпожа, вот ты и здесь. Госпожа, я... Ну-ка, выйди. Дай мне поговорить с любимой невесткой. Что случилось, госпожа? Зачем меня привезли сюда? Еще спрашивает бесстыжая. Что вы делаете? Вы не смеете. Ах, не смею, говоришь? Именно так. Перед вами не одна из ваших рабынь. Неизвестно о том, что у вас были, Бэм. Ты предала моего сына. Ничего подобного не было. Это ложь. Как вы только могли в это поверить? Мы тебя на руках носили, и вот чем ты нас отблагодарила. Нет вины за мной. Ложь все это. Никогда я Шахзаде не предавала. Скажи мне, это правда? Клевета, Валиде. Разве я посмела бы так поступить? О таком подумать страшно. Не то, что совершить это. Как говорят, не бывает дыма без огня. Ты помолчи. Айбеге, выйди. Подожди в моей комнате. Почему мне сразу не сообщили? Повелитель хотел сам все уладить. Айбеге принадлежит к моему роду. Как ты смеешь обвинять ее? Да и пристало ли тебе с нее спрашивать? Она обручена с моим сыном. Я имею право.